Уважаемые дамы и господа, мы приехали в жилой комплекс «Кислород», который находится на северном склоне Бытхи микрорайона. Новейший микрорайон, который обустраивают, но по соседству с стареньким, да? Вот такие вот многоэтажечки. Сейчас здесь успешно все получают ключи, успешно делают ремонт. И у нас появилась здесь тоже новая квартира на ремонт, поэтому оставайтесь с нами. Мы сегодня вам покажем готовый черновой ремонт, который у нас делается и так далее. В общем, если вам нужен здесь ремонт, обращайтесь. У нас есть уже опыт работы в этом комплексе. И в Сочи парке то же самое. Так, смотрите, какую сделали придомовую территорию здесь. Вот такие вот лесенки. Ну, потому что весь комплекс имеет рельеф. И, конечно, с колясочкой здесь сложнее погулять, я вам скажу. Но территория есть. Определенные равнины где-то, да? И хотел бы вам показать придомовую новую территорию, которая здесь появилась у нас с возможностью, да, прогуляться. Озеленение, спортивная площадочка. Там зона отдыха, шатер такой. Здесь деревья. Там дальше следующая очередь делается. Гляньте-ка, какой лифт, без чехлов, пока, с зеркалом. И вот так вот выглядит внутренняя отделка жилого комплекса «Кислород» «Отис». Так, заходим в 23-ю квартиру. У нас такая уже есть в работе, в черновом ремонте. Здесь санузел, вентиляция идет. Вот получается подача обратки, отопление и водоснабжение. Здесь завели щиток, слаботочная система, кабель интернета. Вот. Здесь радио даже есть. И вот такая вот студия в чистоте, наверное, 21 квадратный метр. Здесь уже выполнена вот такая вот перегородка монолитная. Там вентиляция, здесь канализация, радиатор отопления, штукатурки здесь нет никакой, поэтому черновой ремонт обычный. Здесь есть балкончик вот такой, стеклянное ограждение, корзина для установки блока кондиционера, ну и, собственно говоря, вид вот на строящиеся следующие корпуса, которые в следующем году, наверное, уже сдадут. В общем, по поводу ремонта. Значит, чтобы сделать вам, как white box, грубо говоря, черновой ремонт, а это штукатурка, электрика, сантехническая разводка, стяжка пола, это все стоит 16 тысяч за квадратный метр. То есть умножаете свою площадь без балкона и получаете стоимость ремонта. Вот как-то так. Посмотрите, какой вид здесь, 18 этажа. Вон там вот яхты плавают, катера ходят. Вид хороший здесь на центральную часть Сочи, на холмы, на горы. Вот такой же балкончик, только 18 этаж. Вот вы смотрели такую же планировку, да, квартиры. Вот как у нас идет черновой ремонт. То есть мы сделали штукатурные работы, электрику по штрабе делаем всю по планировочному решению. И сейчас занимаются сантехникой. Вот это у нас санузел. Здесь сейчас монтируют инсталляцию. Устанавливать будет коллектор. В общем, работа здесь производится в полном объеме. Потом вынесем весь мусор, подготовим квартиру под стяжку и зальем. Вот здесь у нас устанавливается электрощит.
Так, смотрите, поднялись мы на 10 этаж. Здесь, смотрите, квартира у нас двухкомнатная, полноценная. Здесь санузел. Здесь собрали вот такой вот коллектор. Система протечки воды, о которой я всегда говорю, что это очень нужная штука. Обязательно ее ставьте. Коллектор на воду, на отопление. Дальше инсталляция. Здесь будет душевая. Вся разводка, которая необходима. Дальше проходим на спальную комнату. Также здесь вся разводка электрики уже сделана. Вот такой вот вид сейчас на придомовую территорию. На следующие корпуса трасса кондиционера. Смонтированы здесь зоны ТВ будет. Дальше здесь получается кухонная зона. Вся сантехника сделана. И вот такая вот гостиная. Видите, гостиная с выходом на балкон. Но здесь пока мусор, потому что мы только стяжку пола сделали. И, соответственно, нужно будет еще вывозить. Квартира угловая. Вид вот получается на старый жилой фонд микрорайона Бетхи. В общем, вот такой вот ремонт у нас закончен. Готовый полностью черновой ремонт. Сейчас дизайнерский проект здесь делает Виктория. Как только она его утвердит с заказчиком, соответственно, мы продолжим здесь часовой ремонт, и вы увидите на нашем канале. Бывают квартиры еще и совсем маленькие, 15 квадратных метров, и в ней мы уже закончили черновой ремонт и приступили к чистовому. В общем, по планировке вся та же небольшая малышка. Здесь кондиционер, зона батареи, зона кухни, прихожие, обеденная зона. В общем, все по стандарту. И давайте посмотрим, как выглядит у нас здесь санузел. Санузел у нас из керамогранита широкого формата 1,20 м на 60 м. Здесь сделали небольшой коллектор. Всю разводку сантехническую. Также все углы под 45 градусов сделали. Вот такие две стены сделали, перегородки в санузле. Вот, если вы с нами разрабатываете проект, указывайте высоту. В данном случае не было указано высоты и сделали ее до конца, до верха. Вот. Вот так вот все. Работа плиточника здесь завершилась. Инсталляция, уголки. Все, затирка сделана. И вот такой душевой трап под наклоном. Вот. Дальше мы продолжаем здесь следующие работы. Это уже подготовка стен будет. И напольное потом уже покрытие. Такой балкончик небольшой. Вот такой вот вид. Смотрите, там вот детские еще дополнительные площадки детского сада. А вот так вот сверху выглядит территория комплекса «Кислород». Вид здесь есть хороший на горы. Вот такой, даже заснеженный, как вы видите. Так, господа, на этом у нас по этому объекту «Кислород» пока все. Жду ваших обращений, можете к нам обращаться. Вот, ну давайте посмотрим еще работу Михаила, который снимает и показывает. Он занимается закупками, доставкой чистового материала. Думаю, что вам это полезно будет. Заодно посмотрите наш объект. Всем доброго дня. Продолжаем помогать нашим клиентам делать ремонт, покупать чистовые материалы и сдавать квартиры в аренду. Начиная с сегодняшнего дня, я с жилого комплекса подняли двери, фурнитуру. Сделали уже санузел здесь. И сейчас натягивают потолки. Далее у нас, друзья, жилой комплекс «Аллея Парк». Также закончен черновой этап. Стяжка пола, штукатурка, электрика, сантехника. И сегодня приняли вот материал. Это у нас плитка, стены, фартук, пол,
кварцвинил. Ну и тут все это по мелочевке, трап, унитаз, все смесители, полотенцесушитель. Все готово. Готово. Вот мастер зашел, уже принес все вещи, весь инструмент. Готов уже начать делать санузел. Так, ну а мы едем дальше. Жилой комплекс Атлантис. Принимаем плитку, кварцвинил, подложку, трапы и затирку. Вот она. Десятый этаж. Подняли всю плитку. Трап, затирку, теплый пол. Такой шикарный вид у нас на горы, на будку, вот церковь. Так, и следом принимаем смесь. Вот они наши расходники. Клей, гипсокартон, ЦПС, профиля, грунтовка, гидроизоляция. Итак, все, смеси подняты. Гипсокартон, расходники все. И все, скоро, я думаю, завтра уже зайдут мастера и начнут делать у нас санузел. Так, ну а мы едем дальше. Жилой комплекс Хоста Ривер Парк. Привезли строительные смеси. И сейчас будем поднимать здесь где-то порядка 2 тонн. Так, все, выгрузили. Смеси, гипсокартон. Все, профиля. Отпустили газель. Сейчас ребята приедут, будут все это поднимать на объект. Потихонечку все перекочевывает к лифту. Слава богу, он у нас рядышком. Вот так вот выглядит наш объект. Уже приступили к гидроизоляции. Потихоньку заносим все смеси. И вот такой шикарный вид у нас на море. Центр Хосты. Санаторий Волна. Сейчас идет реконструкция. Красотища. На этом на сегодня все. Ждем ваших звонков, ждем ваших объектов. С удовольствием поможем сделать ремонт. Также сдать квартиру в аренду. Всем пока, до новых встреч. Ну что, мы спрятались в тенечке. Я надеюсь, видео наше понравилось. Здесь мы сейчас попьем чайку с термосом и едем, уже выдвигаемся на другие объекты. Поэтому подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. И смотрите следующие выпуски. Пока!